Ребята, ребята, привет всем. Как могли заметить, предыдущая серия была самая дебильная. Мы просто так ходили туда-сюда. Мы нашли только стартер. И все, и мы ходили просто так. А, ну мы купили броник. А оказалось, все гораздо проще. В общем, водонапорной башни, оказывается, можно было выйти вот сюда назад. Северные джунгли, откуда мы и начинали. А я почему-то про это не подумал даже. Пришлось заниматься вот такой ерундой. Тратить жизни, время ваше драгоценное. Поэтому предыдущая серия будет скорее про неудачи. А, хорошо сверху-то бомбить, пацанов. Так, давай. Так, пока тут-ту, дай бог, все хорошо идет. Куда? Отлично, без урона хотя бы прошли. Вот это, конечно, спавны перед носом прям. Так нечестно, если чё. Да вот надо было прокоцать. Да, все, идите лесом вы. Понятно. Так, куда я пришел? Я реально запутался, пацаны. Не, я все правильно иду. Ой, как хорошо. В рядочек всех. Все, без дамага. Отлично, еще 2000 сверху. Так, эта дорога куда идет? Не-не-не-не, никаких прыгунков. Даже и не думай прыгать на меня. Катин. О! Ой-ой-ой-ой, это было близко. Все, отлично. Куда мы попадаем? Ага, ох, шестерку накинули. Так, тут что-то тишина. Так, ясно. Хорошо, патрон подкупил все-таки. Так. А-а-а! О, попадаем, достаем. Так, только у меня вот уже опасно, мне надо бы зарегениться немножко. Так. Три выстрела надо вот этим вот баранам. Хорош. Так, это мы на начало пришли, да? Место посадки, док. Да, туда, куда нам надо, по идее.
Так, отсюда мы при... Там шокер, да, получается, Регина. Да, там шокер Регина нужен. А нам вот сюда надо. Кататься вниз. И стартер юзать. Пау. Вот, точно. Забыл, как называется Лока. Так. Сейчас заодно посмотрим, что там с этой дамочкой. Странной. Так. Ага, она-то убежала уже. О, скорее всего, ее просто спасли, эти дуры пришли. Она сбежала. Да, вижу. Знаешь, что странно? Я проверил материал на всех местных жителей и солдат, и она не подходит ни под одно описание. Ого. Ну, я вот что думаю. Может, она вообще не из выживших? Может, эти люди в шлемах не из нашего времени? Что? Не бери в голову. Мы нашли детали, которые нужны для того, чтобы починить корабль. Сейчас важнее то, что мы до сих пор не нашли ни выживших, ни нужных данных. Нужно продолжить поиски. Эта панель управления ищет зону, где мы можем сесть. Используй ее. Хорошо. Так, панель управления, слышали, да? Подожди, нам надо в первую очередь подкупить, сохраниться. Серия что-то, блин, слишком получится короткая тогда оказалась. Оказалось-то, блин, все гораздо просто. Да, ну, бывает, ладно, я уже с этим смирился, что иногда я могу дурачка врубать. Это нормально, записываемся. Хорош, все. Так. Что тут у нас? Пункт назначения. Эдвард Сити. Завод третьей энергии. Так, подожди. Давай пока без направлений. Нам надо вот эту комнату посмотреть. Ой, это не та комната. Это выход назад. Сорян, ребзики. Час. Кири по 20 минут. Я прям, ну, больше не хочу... Вот, в каюте надо глянуть. Какие запчасти, куда чего не достают. Это врата времени, соединяющие настоящий момент. Так, с временем. Не полностью разрушим. Починить их невозможно. Так, а куда тогда стартер использовать? Либо он автоматически сейчас использовался. А, он автоматически использовался. Хорош! Точно, ё-моё, точняк. Вот это я опять дуру сейчас, пацаны, загоняю. Время только ваше трачу. Полетели. Нам надо завод третьей энергии. Отправляемся туда. Что такое? Воу, лохнесские чудовища. Не волнуйся, я займусь этим. Стреляйте по врагу, по врагов из... Не системы норме. А, ух ты, ёб твою мать, как весело сейчас будет, походу. Да, я помню этот уровень. А хорош. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стрелками хотя бы указывают. Где эти идиоты? Чудики лохнесские. Так, ну нас прокоцали пока один раз. Сейчас чувствую, второй будет, да. И третий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стой, опасность. Блин, а это сложно, пацаны. Еще и летунцы. О, когда закончится этот уровень? Это реально сложно. С летунцами чуть-чуть попроще. Вот так вот стреляешь и нормально получается вроде бы даже. Охренеть их тут. Давай быстрее. Регина,
пол. Выползло оно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хватало сейчас просрать. Вот только этого не надо, а. Я тебя умоляю. Не-не-не-не-не. Охренеть, это сложно. Охренеть, тут реакция. Все? Отлично, мы на месте. Хорошо стреляешь. Любишь компьютерные игры? Ну, вообще, да, как бы, но... Здесь я не очень себя показал. Кубрик каюта, отлично. Прикинь, это еще и без дамага можно пройти. Так, Регина, я предлагаю сохранить сейчас. У тебя тут вообще по оружию пистолет. Это не очень мне как бы нравится такой вариант на самом деле. Но предмет добавлен. Куда? Вору... Оу! Я хочу вот это противотанковое, наверное, да? Пулемет. Я хочу этот. Я хочу это. Отлично. Теперь я хочу магазинчик пополнить на пистолетике. И хочу теперь здесь картридж еще. Давай за 12 тысяч. Чтоб прям было много-много патронов, да? Так, что по вещам? Это что такое? Энергобатарея. Что она делает? Которая увеличивает мощь из шокера Регины. Во! Покупаем. И сейчас все прям. Прям вот денег не буду жалеть. Я обычно такой как бы тип. Любитель там поэкономить. Но я уже накопил на то, что надо мне. Поэтому. Как-то так, ребят. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. У нас, смотрите уже, какой шокер стал. Офигенно выглядит как. Так, она с ним ходит медленно, но зато это типа противотанковое ружье такое, как пулемет целый. Давайте, ребята, на этом серию закончим. Пусть она будет покороче. Там 13 минут с копейками. Я надеюсь, видео вам понравилось. И вы оцените его пальцем вверх и напишите комментарий. Если видео не понравилось... Не ленитесь, напишите, пожалуйста, умоляю, комментарий, что именно вам не понравилось, что понравилось. Пишите комментарий, будем активны, ребят, иначе смысла нет мне что-то записывать, проходить. А также пишите, во что еще можно поиграть. С вами был Битвинт, всем пока-пока.